Barchaga salom alaykum do'stlar, sizlar bilan doimgidek Mr. Federico. Welcome to the game kanalimizga xush kelibsizlar. Demak do'stlar, bugungi o'yinimiz Call of Duty o'sha bundan oldingi prohajdeniga ko'rdinglar, o'sha bombardirovchilik qilamiz, ya'ni o'sha samolyotni ichida boshqa samolyotlarni unichtojit qilamiz. Demak do'stlar, video sizlarga yoqadi degan umiddaman. Hammalarga yaxshi kayfiyat tilayman. Kanalimizga obuna bo'linglar va bitta like bosinglar va hamda kommentariyga fikrlaringizni yozinglar. Demak, biz boshladik. Demak do'stlar, o'yin juda zo'r ketadi. O'ylaymanki, sizlarga o'yinimiz yoqadi deb. Demak, boshladik. Наши координаты и состояние. Капитан, скоро мы будем над берегом. Здесь Симмонс натыкался на тяжёлые зениты. Нава qilish kerak. Тебе лучше сесть в свою вертюту, Рейн. Ты знаешь, как достает капитан. Дойл, кончай ныть и займи свое место в верхней турели. О, Джоймизны топтик акалар. Hozircha jimjit. Теперь, когда наш верхний стрелок оказался столь великодушен, чтобы присоединиться к нам, мы можем проверить вооружение. Прием. Левая сторона, все есть. Правая сторона готовы. Сферическая турель. Чертовски неудобно. Он сидит, скрестив ноги, надеется, что это поможет ему выжить. Постовой стрелок, Синитка, готов! Держись! О, бошлен я обтакил. Мана сюрприз, мана сюрприз, агилар. Это оно? Я ожидал большего. Кажется, на этот раз нам повезло. Ты хотел большего, капитан? Ты это получил! Верди только что попали! Демек, друзья, мы сразу бомбардировщик. Демек, уже зона дозы келеп, кейн уже катта бомбаларды уже ерге отворшимыз керек. Энди янымыздагилар, маулар бізді защитникларымыз, друзья. Чтобы бізге атака кылмасыныклары үчін. Бердегилар, хаммасы бізні хмоя хып кетады. Сейчас мы приближаемся к берегу. Химоячилар десаган бўлади, дўстлар. Никогда здесь не был, хотя однажды у меня была голландская девчонка. Көрдіңіздер ме, дўстлар? Мана. Здесь будет дело, парни. Орқадан ҳам мана, икки томондан ҳам мана защита қилиб кетяпти. Орқадан ана битта дўстимиз туриб-турибди, ўша бомбит қилиб ташлайди. Ту-ту-ту-ту-ту. Демак, ҳозир ўйимиз бошланади, акалар. Рози бўлади ва суқ. Haqiqiy urush endi boshlanadi. Mana sanlarga. Ikkitasi ketdi. Mana shu uchinchisi, mana o'rtadagisini olaydi. Ой, ямон емес. Акалар, ғазырча ямон кетмей аппіз. Жүдді ям чотки кетмей аппіз. О, жүдді ям пас кетмей аппіз. Инді мана шуна. О, кетті бұл. На, келепті, келе. А бұл біз ол мұқпану екен, самолет екен. Қозырча я болу ба? Есірі на 12 часов и выше. Ухо, келе, так.
Да. Прямо тебя. Өтіп кетті. Üstümüzü öldürüşüp takıyorum. Çünkü biraz ciddi yan kötü canı var. Ooo bundan sonra tutmuş tamam. Yaptı. Ya bu ciddi kubi kendi mi? Yoo, nema nema az. Şu buradan çıkarttı. Arkasından yerel tekil yaptı. Скетте. Тинчлик, а уже чахелек. Хорошо идем, парни. Это остатки этой волны. Оставайтесь на чеку, нам нужно пройти долгий путь. Эдди, это лидер бульдогов. Вы меня слышите? Прием. Лидер бульдогов, это Энди. Слышу вас хорошо и чисто. Прием. У нас мало горючего. Нужно возвращаться домой. Удачи. Прием. Понял, лидер бульдогов. Чертовски хорошо сработано. Конец связи. Ладно, это было наше истребительное прикрытие. Похоже, что теперь мы сами по себе. Хош, кинчи. Пиннан кинчи. Болды, болды, ёрдам, ёрдам, где бара фанкера. А че? Хатте? Бернемана бурады кек. Давай отправим их назад.
Долго должен я быть. Куда вам эта дорога, фрицы? Запишите одного на меня. Хопа.
demak, hozir mana shu bombachalarni pastga yuborishga. Bu portlatib tashlaydi. Внимание! Бомбы сброшены! Ketdi. Прямое попадание, капитан. Повторяю, прямое попадание. Ого, прямой. А потом... Катапультируйтесь. Давай мы там закинем. Где-то в Голландии. А, без Голландии инде акелер. Немецкий солдат Ларакелер. Мана кыдрыш япты да блор. Чунки бону самолетымыз спортлады ку. Уже билды да, парашют кайыргадыр. Кунды. Можешь успокоиться, он больше не доставит тебе проблем. Майор Ингрэм, ДО. Наши друзья из голландского сопротивления видели, как ваш самолет стал падать, поэтому мы решили взглянуть на случай, если фрицы стали слишком любопытными. Возьмите оружие одного из тех мертвых фрицев и следуйте за нами. Мы должны перехватить важный поезд. Как только он будет Yordamchilar. Endi mana bizlarga yordam berdi. Endi shular bilan endi birgalikda proxajdenani davom etamiz akalar. Mana Maj Hindistonlikmi bular? D Lev One DK Jensen Johnson kim? Kimdir? Тихо, парни, осторожно. Найди укрытие. Лежать! Опа! В эту сторону на дороге слишком большое движение. Мы должны прорваться через лес. Дойл, держись поближе. А, чняли. Заберись в этот амбар, быстро. Тушу нарли. Thank you.
Ну, я пару ядрик еще. Ящики бьем. Ха-ха. А, без олдинга бор экамиз. Окела қаттисмиз. Подтянуться. Ха, сладно, коллеги, здесь келяды. Сюда! Хорошо, здесь мы закончили. За мной! Демек, без меня шу турге боршимиз керек. Картаги көрсетмейді де, бұлдар масалан қызыл қылып көрсетші керек де бап жеті. Декен көрсетмей оқыз. Масалан враг нешті қоген. Емен емес. Вообще я не нас. Кетик. Тихо, парни. Дойл, иди сюда. Мы должны пройти через этот туннель. Ожидается худшее. Все, что было раньше, просто пикник. Бобто, давай, китамс. Давом и тамс. Come on.
Я не сам, а? Прикройте меня! Чухарик, чхайлик, че, бачи, не бор. Хорош, демак, типаем, дуслар, чисто булды. Энди давом этамыз. Уай, я рамас. Ранен! Дойл! Займись делом, возьми эти заряды и заложи их на нижние своды моста, я тебя прикрою! Большинство из вас обеспечивают прикрывающий огонь. Когда мы закончим, то встретимся на том гребне. Демак, дуслар, мы нашу мостке пастыге, а ну, бомбу койшим скейхен. Хозер, дей. Бирге мана назарымды келдик. Бир кем аппыз. Түше. Паскы түше элекчіні ма еп. Madam. Yerga qo'ygan bo'lsak agar qayoqqa qo'yishimiz kerak endi? Ha, demak bu yerda yo'q. Manshetda demaysizlarmi bu? Паска түшіш керек. А түшмейсам мы? Эй, это Трумен! Все на том гребне. Түшінар ли? Demak, bu yer bo'ldi, do'stlar. Да подождите. Хатеды. Ордамино. Ты экзаминировал. Хорошо. Отступаем. Оркая, оркая.
Отлично сработано. Так как ты выполнил всю тяжелую работу, я окажу тебе эту честь. Взрывай по моей команде. Чинарли. Стойте! Стойте! Демек, мана шу мостны озы уничтожикламыз поезд билан бирге. Давай! Ох! Эссис. Да, это было грандиозно. И мы только что разбудили всех немцев отсюда до Берлина. Отступаем к фермерскому домику. Давай. Охо. Энди оркага экенди. Ой, ёрма. Давай, давай, кеттик. Вперед, вперед, вперед! Давай, давай. Они у нас на хвосте. Делаем засаду. Ложись. Хм. Орханан кепти, да? Тогда балким была на автомате борду. О, кеттик. А бора верилер ман, етуаламан. Хыш, 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 хыш. Энди кочамза келер, азур, агер... Орхаге билмадым нима учун борамыз. Нимаге энди... Борген жойым, айо, бу бир кемаген экенбиз. Ярамаслар. Огонь по готовности. Ха-ха. Бөлмәдем окалар. Чыксы юк, демек дәвам итәбез. Хорошо, быстрее, пошли. Давай, давай, давай. Огонь по готовности. Босинг, босинг. Без боя кельди губерка. Мы на месте. Занимай позиции. Кеттик, кеттик. Сарай, там грузовик. Пошли, пошли, пошли. Давай, давай, чхиля, чхиля. Все внутрь, шевелись. Кеттик. Запрыгивай, Джикс. Oh,
босс, нет машины, босс. Съезжай с дороги и погаси фары. Битта. Они проехали, вперед. О, без буларны лох кылыч. Бояги автомат был надо, и где мы нашли автомат на другом сакере. Кудрилер из мы, акелар, спокойно тут кидтик. Тамек был. ВВС не так плохо, Дор. Тамек, мы инграм. Если ты вернешься в Англию, в целом не вредим. Mana shu Ingram demak bizni hozircha do'stlar kapitanimiz. Tushunarli. Прошу внимания, господа, встречайте Джеймса Дойла, ДОО. Он присоединится к нам для выполнения этого задания. Он был обладателем одного из самых высоких рейтингов в школе ДО в Гилфорде, поэтому вы можете быть уверены в том, что он очень опытен. К счастью, мы спасли его от унылого существования в ВВС в 41-м. Теперь, когда представление закончено, давайте вернемся к задачам, поставленным начальством. Здесь располагается большое число крупнокалиберных береговых батарей, которые угрожают грядущему вторжению на Сицилию, названному «Операция Хаски». Та, что беспокоит сильнее всего, находится здесь, на Каппо Моро ди Порко, небольшом полуострове возле Сиракуз. Эти орудия должны быть уничтожены до того, как корабли союзников займут позицию для вторжения. Чтобы это сделать, нам понадобятся ваши особые таланты, господа из САС. На местном рыболовецком судне вас доставят к орудиям. Вы должны будете суметь подобраться достаточно близко, не вызвав подозрений. Орудия находятся в бункере, который фрицы построили под руинами этой старой крепости. Наша задача – проникнуть внутрь, заминировать орудия и склад боеприпасов. Затем, неподалеку от этого места, вы встретите лодку и вернетесь назад, к монарху Ульстеру. Вы все получили свои досье. Внимательно изучите их. Успех вторжения зависит от нашей работы. Бог в помощь. Шунарли. Демек, дослер, манашерге видео маз тугейде, манакурдилер. Demak, o'sha boyagi Sitsili degan esinglarda bo'lsa, agar mana aytdi-ku, o'sha operatsiya Haskin dedi-ku, bu o'sha mafiya 2 o'yinini birinchi proxajdeniyasiga bor edi-da. Как раз biz hozir mana Sitsiliga yetib keldik. O'ylaymanki, do'stlar, sizlarga o'yinimiz yo'qdi deb, sizlar bilan keyingi videorolik ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar do'stlar. Keyingi videorolikka mana shuni o'yinni davomini sizlar bilan birgalikda o'ynaymiz. Salomat bo'linglar do'stlar.